мені прийшла кнопка. Та називається «Добре утро», да? Ми проснулись, зараз будемо гладити кімоно. Я з кнопкою лежу. Так от, ну тихо. Що? Тике? Так поможе, та... тике укол. Криш. Мальчики, доброе утро. До свидания. Ты как спал, сынок? Я кайфовал. Так, давайте собираться, уже едем. Позавтракали? И смотрим вперед, Гриш. И кнопка лежит. Все, пойдемте. Угу. Зайчик, не надо сейчас это все брать. Пошлите. Они холодные. Ты тут туманчик. Да. Вот так вот мы... А вон, наверное, газелька стоит. Не знаю, сейчас поедем искать. Вон, в общем, нашли мы эти дутые здания. Ой, тут такая дорога. Да, кочки вообще. Это не наш автобус. Заказной дети. А кто там дети? Газель? Да, газель это наша. Шастовская точка. Сегодня же день матери, Сергей. Мы сейчас в любой момент. Пошли, Афонечка, заходить. Мы завтра домой. Чего мы завтра? О чем мы завтра? Сегодня, завтра уже в садик. Ага, ты гляди. Герой. А мы сегодня когда уйдем? Так, что это? А, это солнечный называется. Да, а я тебе еще говорю. А я не знала, что это солнечный. Так, мы переоделись. Не, ну одевай. Застегивай тогда сумку. Давай тогда сумку бери. Вот наша подписчица Съеська нашла нас. Я ж начал вспоминать ее манитию в молодости, не нарешил. Да. Ну тебя первого узнали, Сержу. Да? Да. Ну я-то побольше. Ой, хорошая какая подписчица. Мне нравится. Не, ну кумите же нету, надо же что-то. Я их много видела. На следующее соревнование ты знаешь, ты в списке. Абдуллаев и мама. Я ж матери. Я не знаю, кто это. Утро, я ж мат! Синий не выйти, не прикрылся такое. А менты побегал там на хоре. Thank you.
гимназии Кёкушинка и карате Халилбеков Абдулла Хавгады. Официальный представитель Ассоциации карате России в Краснодарском крае Савчук Александр Иванович. Подготовились и решили реализовать себя в этот праздник Кёкушинка. Хочу... Халилбекова Абдулла Хавгады. Я вот вообще даже не волнуюсь, сын. Ты волнуешься? Ты волнуешься? И я вообще нет. Да, Родя первый. Гриша пятый. А Родя первый. Вот он выступает. Молодец. В категории девочки 10-11 лет до 8 тура. Первое место занимает Будилова Алена, детская. Второе место Фадова Мария, детская. Третье место Реснянская Таисия, детская. В категории девочки 10-11 лет с 8 тюр. Первое место Горковенко Полина и Сами. Второе место Корочкова Алика и Сами. Готовится категория юноши 12-13 лет с 8 тюр. Юрков Данил, Динская. Бабиев Дмитрий, Ростов. Оценка на татами номер 1. 6-0, 6-5, 7-0, 7-0, 6-5. Сейчас будет Богдан. Оценка на татами номер 1. 6-5, 6-0, 7-0, 6-5, 6-5. Это третий, да? Он третий, да. Общий балл платит 1,5 балла. На татами приглашается Овчаров Олег, Динская. Готовится Мартыненко Никита, Динская. Оценка на татами номер 1. 6-0, 5-5, 6-0, 6-5, 6-0. Общий балл 18 баллов ровно. На татами... Готовится Григорий. Да. Оценки на татами номер 2. 6-5, 6-5, 6-5, 6-0. Балл 18 баллов ровно. На татами приглашается Довгаль Григорий, Динская. Готовится Абдулаев и Мам. Есть. Он резко, да. Мы сейчас посмотрим.
Оценки на татами номер один. 6-0, 6-0, 6-0, 6-5, 6-5. Общий балл 18,5. Это хороший. Татами... Оценки на татами номер один. 6-0, 5-5, 6-0, 6-0, 6-5. Общий балл 18,18. Оценки на татами номер один. 6-5, 6-5, 7-0, 7-0, 6-5. И 7-0 попадает у него тоже в этот. Общий балл 20 баллов. Ура, давай! Да, он молодец вообще. Дима, оценка с нами номер один. 6-5, 6-0, 7-0, 6-5, 6-0. Общий балл 18. Их там 4 человека? Да. Все что-то делают. Первое, второе и 2, 3. Сейчас Григорий. Смотри, сейчас Гриша. А это слышишь? А то ж когда неправильно посчитали, Люба же. Они посчитали, оценки сказала, а посчитала средний балл неправильно. Люба же громко сказала, это ты слышишь? Сейчас Гриша. С нами приглашается Гоголь Григорий, детская. Готовится без выхода Мирона. Рудя молодец. Рудя и думал, лучше. Оценки на татами номер 2. 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0. Всем шагом 15 баллов ровно. 6-0, 6-0, 6-0, 7-0, 6-0. Общий балл 18 баллов ровно. О, два тебе третьих есть. Оценки на татами номер один. Все 6-0. Общий балл 18 баллов ровно. И что, все? Все, 4. Да, 4 человека. Сейчас они должны сказать, кто победил. Ну, Родя, первая, молодец. Родя! Категория мальчиков 8 лет. Первое место занимает Измеров Родион, Ленская. Второе место занимает Калашник Артем, Краснодар. Третье место занимает Гоголь Григорий, Ленская. Третье место занимает Безбегонный Мирон, Исами. Оценки на татами номер 2. 5-5, 5-5. Там еще и площадка есть. Она очень классная. На минус 3. Да, что, давайте, что делать? Мы переехали, короче. Александрович, так я говорю. Крису дома пригодятся. Спасибо, Костя, ты сегодня.
Можешь ты? Так, детки, пошли заходить смотреть. Мои детки! А кто вы? Девчонки! Идем смотреть на кубки. Почем кубки? По 1.20 рубля. Тоже тут дешево. Нормально. Участникам бесплатно. Ну что же, я попробую поесть. Получается вот такое. Нам третье, да. Бронза. Ну, Вова еще нет. Вова стоит. Вторые места занимают. Справа, слева. Вторые места. Я говорю, что ты сел. Не-не, мы никакое место не чуем. Гриша, сюда. Гриша, иди сюда. Первые места. Лицом судейского стола. Вторые места. Справа судейского стола. Третьи места. Слева. Их и немного, да? Немного. Категория девочки 6-7 лет, да, первая. Категория мальчики 7 лет, за первое место награждается Валькора Ма. Категория девочек 8-9 лет. За первое место награждается. Категория мальчики 8 лет. За первое место награждается Измеров Родион. За второе место награждается Калашников Артур. За третье место награждается Довгаль Григорий. За третье место награждается Безвиконный Мирон. Рудя, как я хотела голубой кубок. Но он за первое место. Я, если честно, думала, что он только за первое. И только в ката, да. А там даже написано ката? Да. Нет, там ката не написано. И место не написано. Просто кубок при Азове, да. Рудь, давай как-то. Награждается Устрома. За второе место награждается Салон Мида. Роза. За третье место награждается Сашко Александр. За третье место награждается Сашко Александр. Давай, ты фоткай, потом я. Меня смотрим. Подожди, Люб, стой вот так. Сегодня Данилка до дома сначала. Последний домой это сосиска. Наши сюда.
До свидания. А завтра что, с медалями? Наверное, да. Ой, мама, пошли. А что это за дядечка? Пошли еще посмотрим. Угу. Гриша в новой шапке. Гля, какой красивый памятник. Пошел греть машину, пошли. Все, выходим. Едем домой. Едем домой. Это хорошо. Подожди-ка. Ой. Все, третье место занято. Надо же с чего-то начинать, да, сынок? Ну что-то надо. Есть к чему стремиться. Ля-ля, все, Женя к этим пошел. Вот жена и там же микро. А, ты ж видел же, да? Ты всех выбрал? Говорю, маршрутка до центра идет. У вас же седьмая, да? Да. Кнопа. А там у меня ключ. Кинь ключ. Все, Григорий теперь может отдохнуть. Бабушка теперь может тоже расслабиться. Афоня тут только поспали. Да, он все равно крутой. Потому что у него такой брат крутой. Но теперь надо же к первому месту. Надо теперь к первому месту-то, сынок. Нет, потом второго мы сначала будем. Блин, надо еще что-нибудь кумиты, ката, еще что-нибудь такое. Третье? Танцы? Кто больше съест пельменей? А, вот это пойдет. Я тут первое место буду занимать. Афонь, покажи. Афонька проснулся. Афонь, покажи маме. Может, тебе как раз эта медаль подходит? Да. Да. Сейчас мы тебе померим. Афоньке как раз. Как раз? Афоньке как раз эта медаль. Да? Упс. Молодец. У него карате! Да, Вань? Да, Вань. А Вань, посмотри еще. Это. А ты залям нету. Меня тебе надо за моя медаль. Молодой. Это для меня. А Вань, это Гришна. Я. Ты мама, это я, мама ты. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Так, Григорий, грамоту аккуратно. Кнопочка! Мы уже дома. Да. Будем сейчас читать сказку. Бабу Кугу. Бабу Кугу. Да, сейчас мы будем бабушку Ягу там читать и потом спать. Да? Там меня один. Это в Ейске. Гриша был на основании апоката, и он получил третье место. Да, правильно. Тему. Давай, я буду читать. А на бабушку Ягу лебелиток. Будем читать бабушку Ягу, да? А она летали бабушку Ягу. Ну про кого? Про сказка про что? Бабушку Ягу. Ну а что там делала бабушка Яга? Погоняла. Ягулю. Девочку? Да. Это она. Это хотя кот как за это зашипела, она ему дала носка, потом он сказал, возьми полотенце и платок, если за тебя бабушка Яга погонится, это вырастет лес дремучий, и она. Это ты увидишь далеко. Это
Без это рассказывай. Потом она убежала? Потом она убежала далеко. Если ты услышишь, что за тобой Баба-Яга, если ты услышишь, что за тобой Баба-Яга погонится, брось полотенце, будет широкая речка и глубокая. Алло, теперь... пока, бабушку Югу. Что? Пока, бабушку Югу. Еще завтра бабушку Югу? Да. Да, сейчас спокойный.